Привет, привет всем. Как оказалось, автоматы для открывания, для проветривания теплиц уходят глубоко в СССР. Вот мы на теплице, изготовленной в конце 90-х годов, меняем поликарбонат. Ну, стекла меняем на поликарбонат. И видим вот такой вот девайс, суровый советский, который напоминает какую-то деталь от Зила. Как выяснилось позже, это просто автомат для проветривания форточек, только советский. Устроен по тому же принципу, тоже нагревается внутри какая-то жижа, масло или еще что-то. Расширяется, толкает поршень, поршень толкает фрамугу, ну окно, и все открывается. Вот современное оборудование, это мы проверяем. По тому же принципу, просто погода холодная, подогреваем чайник, просим заказчика подогреть чайник. Разогреваем толкатель, поршень, он подогревается, открывает форточку и открывает форточку. И вот сейчас видео сильно ускорено, видим, как закрывается форточка. А вот здесь поражают масштабы и суровость исполнения этого автомата. Вот такая вот история.